Кого-нибудь здесь... из вас стоят читы? Нет. Отлично. Нам цель надо поставить. Да, нам нужно поставить цель. Сай Майкак, он сказал, подпиши мой пенис. Как ты хочешь подписать? А, ладно. Я подписал ему пенис своим ножом ему по лицу. Это не черный бумер, это белый. Это не черный бумер, но я Серега зато. За Хитманом давай нам. Я не вижу нашего... Хитман такой черно-жопный, что я его даже на карте не вижу. Справа видишь вон. А, вон вот это маленький говноточка, ладно, ага. Сейчас. Мы идем тебя убивать, Хитман. Не, мы не идем его убивать, он мы должен. Идем его работать. Убивать, он тебя убьет, теперь мы его убьем. А, ну нет, нет, я прощаю его. Зуб за зуб. Ну, все, все, ты про. Вон он, подбирай его быстрее пока. Сейчас, я вот этого чувака сейчас вижу. Хитман, мы сейчас тебя подберем, готовься бежать. Ты видел, что за хер произошла? Да, быстрее, Хитман. Садись. Че он идет как педастриан? Педастриан. Он показывает, что на джойстике медленно ходить может. Слышал? Я такой, эй, педастриан, fuck you. Я слышал, да. У нас машина заглохла. What the fuck? Ты что, солнечный свет увидел, парень? Быстрее бери другую тачку. Ой, я черный бумер нашел, реально. Но он не черный, он немного серый. Пойдем Хитмана подберем. Место есть для Хитмана? Да. Хитман, мы возьмем тебя, даже если ты этого не хочешь. Хитман, садись к нам быстрее. Он с парашютом куда-то идет, он сумасшедший какой-то. Хитман, ты видел мотоциклиста? Сейчас, да, я с ним поговорю, погоди. Ёптвою мать! Я шел, я обычный гражданский! Садись! Не убивай. У меня моя музыка играет. Пойдем быстрее, нам нужно к нему идти. Че ты творишь? Я прикрываюсь. Тут хаос происходит, нам нужно. Представь, что это работает. Представь, что я тебя уволю, если ты еще раз его убьешь. Когда-то садись в тачку быстрее. Нет. Садись в тачку. Говняшка, я буду называть его мистер Говняшка. Не надо. Я вливнул. Удалю вас из друзей и больше не буду появляться идти, убью себя и больше не вернусь. Ну явно же гонит, ну поведемся, ну, что ли, нет, шантаж. Чего я всегда врезаюсь в полицию? Нам нужно его перехватить, чтобы он к нам сел. Ты к нам собираешься садиться? Где он? Да. Я его не вижу. Он слева был. Мне нравится так заноситься, это так круто. Пошла шлюха, коп стоит так пафосно. Нет! Ты сядешь сейчас к нам? Садись быстрее. Давай, пересаживайся. Нет, она тебя убить придет. Че он сказал? Пойдем колеса ему продвинем. Это знаешь, как в миссии нужно запугать, но не убить. Да. Я целюсь, сейчас целюсь. Да блять, тихо вы! Я разбираюсь в управлении. Так, вроде колеса пробили, все, пойдем поговорим с ним. Эй, бро, мы все свои, не надо так паниковать, братюнь, все нормально. Дайте я кнопку найду, я вылезу. Быстрее, по колесам, по колесам. Как вырубить радио? Блядь. Ай. Смотри, сейчас через взрывы пройдем. Ну да, давай, убей. Вылезай давай, беги в машину. Хитман, давай, я тебя ловлю. Мы выход сделали. Знаешь, как в фильмах. Мы выход сделали, садись. Вот сейчас гранату кинь, я так и понял. Я съел машину. Чё у меня за дерьмовый смех? Прости, Настя, я не хотел смеяться таким образом. Почему тебя стреляют? Она мне сказала рассказать, каков я в постели. Блять. И каков? Но это лично. Чё за херь была? Смотри, ты тупой, я полицейский, а я такой. Пошёл, ты шёл? Садись в машину быстрее, бля, садись. Бля, хочу GTA 4 на попу смотреть. Я просто сижу, смотрю это все. Я хочу GTA 5. Я хочу GTA 5, да. PlayStation 4. Юзи, езжай, меня полиция давит. Как? О, лучшее оружие в игре. Он кто так водит вообще? Спасибо. Тебе нас стреляют. Чё? Управление я знаю. Теперь какую ты хочешь машину? Живую. Не, нам нужно его запугать, а, чтобы нашел. Он к нам на машину. Я вижу его. Наша задача, поехали. Я вас скорее всех переубиваю. А, давай начать за брониками съездим. Ну, сейчас нормально. Давай его тихо-тихо подъедем и убьем. Да убивать-то зачем? Не надо убивать, так не весело. А он все равно кто-то хочет нас убить. А так мы его убьем, он появится рядом с нами, будет появляться. Придется тебя убить, Хитман. Нет, я убью вас первым. Ты не убьешь ты нас первым. Убью.
Где-то наверху. Как это может быть наверху у него чуть-чуть? Ты вон тут проходите, наверное, стоит. А, окей, он, наверное, залез, правда. Он какой-то ловушки тут наставил, наверное. Я думаю, пешком пойдем. Ты налево, я направо. Да. Разделимся. Отлично расчелись, блин. Друг, мы всего лишь хотим тебе помочь. Твои друзья послали нас с тобой поговорить. Он внизу. Он же сбежал вниз. Чувак, нам прыгать вниз придется. Ты готов? Нет. Нет, не так! Бля! Смотри, как надо было. Вот так вот надо было. Блин, мэн. Смотри, что я взял. Что это за говно такое? Ты че за... Не надо по... Прости, я не думал, что у нее такой разнос. Это я? Что за... Ему не убежать от меня. Знаешь, мы работаем на какого-то мафиози, и нам нужно убить этого панка. Да, этот... Дерьмо. Быстрее. Ничего, я доберусь. Это полиция? Да, была. Он тут крысит, смотри. У него тупик, нам нужно за... Блять, что это было? Как я его не убил? Где он? Запрыгнул, что ли, наверх? Ёпта, как это работает? Все, убили? Да, мы респаун, респаун от Rockstar, он меня преследовал еще в этом, в Max Payne. Дурак, что ли, блядь? Это был не я. Надо, чтобы было веселее. Я убил полицейского. Как его круто-то убил, слушай. Сраный хер. Скрой, ЮРС. Реально, как Гайзенберг порешил. Смотри, я с полицией работаю, тебе не уйти от меня. Давай, го-го-го. Первый, второй. Куда он ушел? Я полиции дал по щам. Я тебя дробовик есть. Мы с тобой пуэрториканская банда, я смотрю. Я Серега. Брат с сестрой. Серега, блин, он езжает на коповской тачке. Тебя полицейские убивают меня. Серега. Потеряли. Серега. Ничего, у меня тут есть Dodge Viper. Ух ты, ёлка. С телочкой. Садись быстрей. Да ты не тормози. Быстрей, 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 валим, валим. Где он вообще? Он налево поехал куда-то. Не взорвал, жаль. Блядь! Ничего, я профессионал. Блин, опять! Остин Пауэрс, все, валим. Остин Пауэрс. Я смогу, погоди. Код Остин Пауэрс, валим. Fuck you. Я еду за ним. Не убивай его пока что. Поиграй с ним. Поиграй с ним в гоночке. Черт, копы. Тебе помочь? Я переверну копов, как черепашку. Блядь. Это ты называешь помочь? Блядь. Ты вообще-то нас всех погубил, он опять уедешь, закинь. Как мне догнать? Как ты вообще в эту хрень вообще провалился-то? Я сейчас догоню вас, езжай за ним. Ты еще жив? Да. Rockstar вообще все-таки молодцы. What the fuck, я кордон перепрыгнул, как босс вообще. Он до парашюта залез. Парашютом приехал. Тебе не скрыться, у нас большие длинные руки. Я еду за вами. Я скоро буду. Подмога, бэкап, will be soon. Fuck you, bitch! Вот он я. Я на машине Брюса Ли, видишь меня? Блять, ты убил бабульку! Вот это ты чмо! Она, смотри, на какой машине ехала, бабульку, посмотри. Ладно, я к тебе пересаживаюсь. Просто моя машина Брюса Ли уже дымится, погоди. А чё там делаете? Пытаемся переехать через мост, потому что ты до сих пор еще не переехал. Как там? А, ты был на мосту, да? А, то есть ты сдох и зареспаунился с ним, что ли? Снизу, да. Ебануться. Но не вылезает. Долбоёб. Фак! Как конят они вообще. Вот это берём. Ау! Вот так долго через мост? Это вообще! Там этот в пробке! Это машин! Ой, вот эту давай заберем. Я копов беру. Ты езжай! Да ты тупая! Тупая скорая! Вытащи меня отсюда уж! О, fuck you! Давай, давай, назад! Убивай их! Боже мой! Мой!
Смотри, как они машину перевернули. Можно снимать, слушай. Не, без чита, кстати, веселее играть, когда не Гарри гораздо веселее. И не надоедает так быстро. Ты в трамплин сейчас про... Вот это ты! И там за тобой тоже. Вау, фак ми! Видел? Я еще и вышел из машины, когда видел, ты летел. Видел, как я прыгнул? Да. Давай, садись ко мне. Нет, я хочу винтовку взять. Ты шлем одень, со шлемом круче смотрится. Блин, я задаю клаву, ему насрать было, что я его задаю. А, нет, не насрать, он стал стрелять. Оу, щет. Я такой, влетаю в толпу, они такие, оу, щет. А на что ты нажал, чтобы выйти? На что нажать надо? Из машины, чтобы выйти? Нет, в здание войти, как? А, на Е. А, окей. Чё, прыгать будем? Бля! Бать, вы решили... Блин, я упал! Какой крыши достать решили, что ли? Но! Я хотел с другой крыши достать, но я упал. Так что теперь не достану. Юзи, кажется, умрет. Прощай. Я выживу, 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 может выживу? Ай! Факинг щет! Второго парашюта нету, что ли? Блин! Нету! Запасной не придумал. Вы пытались. Эрди сюрприз. Так чувствую. О! Он в другом месте появился! Прикольно, слушай. Блин, только здесь слишком низко, я до Хитмана не достану. Где Хитман-то? Сейчас, погоди, я спрыгну. Блин! А Гатун правильно зареспаунился. Почему я всегда в одном и том же месте? Такой хруст. Пойдем с другого здания спрыгнем. Это херня какая-то полная. Лажа. Где там? С другой стороны где-то, что ли? What the fuck? Смотри, где я стал. Ты где? Подойди, посмотри. Я смотрю, да. Я как, блин, ты видишь это? Ну вот я примерно так же приземлился. Я так осторожненько такой сейчас тихо. Тут, кстати... Лови меня! Лови меня, может быть, я на твою башку... Ловлю, давай. Если я на тебя подумаю, смешно. Приземляйся на сиськи, тут сиськи еще есть. А если сиськи? Это помучительная смерть. Трикса... Честно, я собьешь, да? Я почти... Смотри, парашют в воздухе торчит. Я как в фильме, это, Ред. Вылез. Не надо, ты не попашки. Да я не собираюсь, ты чё? Блять, он выше заспаунил. Хереть, вот это да, это высоко. А ты там, где надо, как всегда. Блять! Я его поимел! Я тебя тоже поимел! Сейчас, погоди, я его догоню. А, я вижу, как ты летишь. А, у тебя парашют не осталось. Я думал, добегу. Гагатон спрыгивает, да? Фу, я приземлился на башку, бля. На крышу. На крыше? Давай. Да тут есть лестница пожарная, если хочешь, можешь по ней спуститься. Блин! Окей. Такой звук еще, знаешь, такой...